Так, сейчас мы глянем, про что ты ведешь речь. Сетка лиги. Скинул в скайп. А я уже сам нашел, где смотреть. Отлично. Так, СПЛ на первом месте, Шики на втором. Ну да, Шики Тагамен. Что-то всех, что ли, разувает? Ну, там, последние игры хорошо вышли. В плане того, что 3-0 там в основном. 7 матчей, это то есть ты 2 очка где-то потерял, да? Я с тобой одну игру проиграл и со СПЛем. Остальные выиграл. Ну вот, игры с Муслимоном были, с L26 и с Асусом. Батони нас спрашивает, стоит ли ему возвращаться в генерала. Ну а что, моды-то еще живут там или нет? Моды-то, ну, не знаю. Давай у Батони спросим. Батони, расскажи нам, что с модами у нас. Я как бы и не заметил, что он уходил, даже Батони. Не заметил? Ну. То есть он как бы не хлопнул дверью. То есть ты Bitter Winter хочешь? Да. Ну, помнится, по играм с Deutsche получилось так, что вы оба сидели на трех суплаях. И кто больше захаляет, в итоге получилось. То есть ты ядерную пушку, ой, ядерные миги построил. Он что-то еще там. Так, трансляция онлайн. Пытаюсь победить Гоха ТВ. Такой стрим-агрегатор. Мне кажется, третий сейчас по популярности после Скада ТВ и Гудгейма. Так, вот только надо понять, мы тут есть вообще? О, есть, отлично. Нам уже минус один рейтинг поставили. Вот так вот, с подчином. Так, а в смысле, на главной или в фан-стримах? Ну, тут как бы просто все на главной. И как бы, не знаю, по какому принципу сортируется. Ну, если минус поставили, значит, и плюсики должны быть. По идее. Нет, просто минус и все. Так вот, суровые парни на Гоха ТВ. А, повысить, можно только повысить, я не знаю, откуда у меня минус, короче. Ну ладно, не суть. Так. Но Батони-то грозится, что у него все в порядке, и он как может ворваться на следующую лигу. Батони, а почему вы на эту лигу не участвуешь? Так, ну что? Счет, что ли, зафигарить? Так, подожди, счетик поставим. Рандом-то открытый там будет. А не так знаю. Ну, был раньше открытый. Надо будет сходу что-то придумывать. Ну, ты одобряешь вообще такую идею? Не, идею-то одобряю. Я бы вообще какую-нибудь там стратежку вроде Ликс и сам дозер у меня во все стороны поехал. Так на этой карте даже в чинной Токса удавалось выигрывать. Мы с Лимуном уговариваем. ТД? Тогда оставь любой. Ругается Дима, что ты на StarCraft 2 TV не зашел почему-то. Не зашел, почему это не зашел? Я. Не знаю. Пишет так. Ты же видишь чатик-то? Да? Чатик, да, вижу. Он более того, что если вот выпуск. Все под контролем. Ну что, погнали.
Ты только скажи, кто там выпал-то, а гла, то я не сразу. Гла. Так. Фу-фу-фу. Считаю, что это какая-нибудь близко выдвинутая норка может опрокинуть, да, эту задумку. Какую? 4 цепляют. Да. Я говорю, я делал так. Делал 2 филда. И один с лечилкой, другой с бункером. Хеликсы. А сам дозерами во все стороны ехал попутно, пока там калашмарил. Тут, понимаешь, я тут думал над этой стратежкой. Дело в том, что либо ты их сразу ставишь, а если ты начинаешь на завод размениваться, то как бы все деньги сжираются. То есть вся фишка, чтобы немного потерпеть и уже с 4 сапплаев с профита получить заводы. Так, а завод пока и не нужен вначале. Ты ну пока, вот, пока развлекаешь. А как? Ну да, я могу только дозерами развлекать. Нет, ты хеликсами же развлекаешь, а дозеры попутно. Я иду как вопрос в 4 сапплая. А. Ну, рискни. О, прикинь, заказал, что-то у меня сапплай не стал строиться. Ну ладно. Так-то, конечно, первая техничка меня может сильно развести. Как-то заминируй там где-нибудь. Самое опасное. Так что-то нету денег на минирование. Ну что-то как-то вообще нечем отбиваться даже. Эй, Рабик убежал. Ладно, отменяется 4-й сапплай экстренно, раз Рабик нас запалил. Уже обойдемся без 4-го. О, и нора построилась. Жесть. Ну ты ее в бункер-то не дай посадить, ракетчиков, и более-менее. Ну, вся надежда на это, пока Муслимун не следит за норкой. Я вот дозером бы задавил, уже было бы все отлично, в принципе. А, теперь я завтыкал, не успел. Ну ладно, хорошо, я тебя понял, бро. Представляешь, что произошло? Меня техничка взорвала. Завод? Ух ты, черт, вообще жестко взрывает меня тут. Что, уже второй подрыв? Или первый только? О, к моей электростанции пристают. Что, у тебя жизнь какая-то происходит? Да. Я-то с задержкой вижу. У меня тут полный хаос творится. Скажу тебе по секрету. Так, еще электростанции нету. Ну и что дальше? Хеликс? Я сам даже не знаю. Ну если там радиороды, Хеликс это покруче будет. Да что ты будешь делать, а? Unit lost. That's a good choice. Everything ready here. Pressure level set. Let's pick up some goods. Ah.
Да. Что происходит? Что происходит? Нет, что-то это supply не работает. О, и мне тут это на мыне-то я прошлябил все. Вот это да. Как такую новку-то пропустить? Что-то не очень. Я да, не одобряю. Согласен с тобой, что было это не очень. Плохо тут живется он к нам, у нас. Ну а что думаешь, на ТД были бы побольше шансы? Или ты закрабил просто? Да я думаю, закрабил. Where is the battle? Yes, General. Where do you want these? China's tank division. Гоняются тут за мной везде вандалы. Ну ты вроде один supply отключил, и второй сейчас тоже. У него же два их сейчас. А у тебя сколько? Мне вот не нравится, что у меня это... Что с духучками делать этим... этим... как он называется-то? Мародером. Так, в принципе, все вроде под контролем. Но он не такой сильный ведь. Что-то у меня этот аутпост выехал с одним этим ракетчиком. Это как так-то? Засада какая-то. Ну, мисс-матч был бы сразу, наверняка. Если бы такой косяк был бы. Ну, второй supply ты сжег сейчас у меня как раз. Так, теперь только осталось понять, где он живет. Для Кутяна не поселился. Там ног как раз было близко к суплаю. Ва, мы разобрали его. Тут такая войнушка как раз пошла. Думаешь, ну, качественная? Ну, вся куча сразу на кучу. Отлично. Только денег почему-то на Мирлорда до сих пор нету. Как так-то? Так. И опять ко мне тут кличку пристает. Где он их там это? Он же вроде его потерял. Еще одного что ли сделал? Как же так-то, а? Ладно. Так ты бы сейчас хеликс сделал. У него там вон, я вижу, один квад всего катается. Деньги есть у тебя как раз? А если этот квад умер, похоже. Лотоса я бездарно, конечно, потерял. Here. I think
И духлычка уедет на меня, ух ты, вот это да. Сейчас еще завод мне отберет. Это будет, конечно, жестко. А, починить-то нечем. Ну-ка, фу. Или как, какие там заклинания говорят в таких случаях. Не знаю. Верлорд не выехал. Представляешь? Ну ты танк это забрал ведь? Да. Он не может не радовать. Не может не радовать. А чё я потом, может, со Старлеем сыграю потом? Ну, давай. Это мало ли. Вау, верлорд у меня хорошо как заехал-то. Ну что, получается, он нигде не копает, что ли? Так ты к себе скатайся на бывшую базу. Мало ли. Или ты уже там был? Там я был, короче, там никто не копает, да. Там... Что же там делают там? Меня завод атакуют. Там просто норка. Филд сейчас мой. И дозер, что ли, последний? Вот это да. Вот это новость. Я предлагаю последний дозер не отдавать. Юнит ласт, это вы про чё вообще? Где? Я не могу разобрать, что происходит. Где юнит ласта? Оверлорд живет. Меня какие-то атакуют постоянно, я не могу понять где. А, вот. Развлекающий оверлорд получился. Ну, короче, поселился у меня. А, вот где меня ракетчик развлекает. Вот это да. Ну, то есть у него это последняя база осталась. Его основная, да? Ну, в теории он еще это. Может жить на этом. И вот там, на моей базе. Как же все тупит, короче, все застряло из одного поста. Ну пост, ну сделай что-нибудь. Тебе привет от IRG.
Я, короче, уже пол это. Ему тоже привет. Я не могу уже тут проехать. Пол игры. Лотос мне бежит зачем-то. Там уже ничего у меня. Не. Никто не сопротивляется уже. А он все бежит. И Тэч поехала. Так ты дозер-то не отдашь опять? Надо попробовать. Не, ну в смысле, командник бы заказал. Хорошая идея. Поддерживаю ее. Только негде, представляешь? Ну кто такие карты делает? Негде командник заказал. Так, мы вроде везде копаем. Ну сейчас вроде более-менее все. Вначале как-то безнадежно казалось. Все, везде акшн был. Вау, у меня теперь командник готов, отлично, все. Хотел в сапай восстановить, а там уже минералов нету. Так, о, мы выиграли. Че думаешь, мыслим Лимон сейчас Северную Америку, наверное, поставить? Да, может быть. Так. Ленарчик к нам на Твиче подключился. Ленарчик, привет. Спрашивает, почему на Твиче никого нет. Все на СК ДТВ, Ленарчик. Так, звук уберите на ВК. Так, блин, я-то с радостью бы убрал. Не знаю, кто там надумал писать что-то. Так, так, сейчас я проверю, кто там такой неугомонный. А, это Эрзимит он писал. Похвастался, что взял себе SSD-шку на 120 гигов. Сейчас вообще будет крутяк вообще полный. Так, и меня почему-то забанили на Твиче. Первый раз такую надпись вижу. Кто знает, переведите. Ну, он против меня ее брал. Там лимит-то есть.
там же не все такие важные. Некоторые вон КВшные ники, на которые на месяц были созданы. Тоскаро вон был. Он ведь по другим сейчас уже играет. Карро. Не, ну это же раритет. Даже я не заставил аккаунт его. Go, baby, go. Там Миасус, он уже сидит. Ну, вау. А я с ним договорился ведь сражаться. А то сильно поздно, не хочется задерживаться сегодня. Ой, свалю. Так. Циклопий пишет, что он меня не слышит. А у кого-то есть же так же, что меня не слышно? А как? Вот тоже, да, вот. А, теперь слышу. Вот. Тоже мы такие интересные спрашиваем. Вы нас слышите? Вы нас не слышите ли? Действительно, как они ответят, если они нас не слышат? Парадокс практически. Ну все, если циклопий нас слышит, то это вообще это жара. Давай, нам карту предлагает выбрать Муслимун. Мишки, какую будем селектить? Ну, не знаю, финал Крусейд, может, твою. Покатаем классику, да, то есть? Ну. Муслимун, конечно, оценит выбор-то. Я более чем уверен. Опять он рандом, ладно. Токсин. Хороший ему выбор-то выпал. Тяжело хлеборезить токсина-то, чтобы не говорили. Ты за лычку Ротгвардом против токсина? Ну вообще да. А чё надо, как думаешь? Ну впрочем... И на повышение это побольше так-то дадут. Слушай, с командником что делать? В прошлый раз хребезили с командником, все очень печально вышло. Я бы продал. Да. Все равно деньги быстро появятся ведь. Я тоже да к этому склоняюсь. Хотя вот те вот игры, которые помнишь, из-за чего меня забанили, это везде, где можно, с Мистер Иксом. Вот он как бы там постоянно дозер хадингом занимался против моих хлеборезки. Каждый раз ему удавалось. Ну тут же мины-то подешевле, мало ли дозер проще сохранить будет. Да. Ну, то есть не подешевле, а быстрее строится. А у меня мины-то нет в Белтордере. О, меня масс минками застраивают. Ой, масс норками сейчас будут застраивать. Я не знаю, что делать-то. Минутку. Так а чё масс норками-то? Сколько их там? Два арабика. Так а чё мне с ними делать-то? Я не успею сейчас задавить их диких. Эй, йоу! Прикинь, не могу задавить. Еще и огонь у меня не разжёг. Upgrade complete.
Как его зовут-то? Ай, лычки я не взял. Да лычки-то, лычки-то ладно. Ладно, такой краб. Ничего страшного там. Все равно, что с ними делать потом. Че, дракон-то жёг там норку-то? Норку-то жёг, но у меня, короче, это, техничка проехала, прикинь. Надо срочно минировать, получается, да? И мне отменили, как его зовут-то там. Отменили, отменили. Зато ты вон вышки захватываешь у него. Так мои-то я не захватил, видишь, в чем проблема. Да это ладно. Главное, что деньги поступили. Откуда, это уже не важно. Скорпы. Так ты Хеликс сразу. Тут без разговоров уже. Ааа, уедет ли мой захватчик или нет? Ааа, прикинь, я и не успел. Как так? Послал захватывать и прикинь. Не захватил. Блин, филд негде строить. Unit lost. Where is the battle? Moving to new area. China needs us there. Move order confirmed. О, зато я завод ему захватил, отлично. Это как-то супер привет ему завода. За корабль. А он твои вышки захватывает уже? Я одну не захватил, потому что, блин, у меня что-то с мышкой на самом деле, потому что это уже что-то постоянно что-то не заказывается. Раз у меня этим не сделаешь повышение. Нажал захват и ничего не произошло. Scorpion tank. Serving China. Tight schedule. Battlemaster tank reporting. We are pretty busy here. Where is the nearest? Эх, норка, стой. Very economical. Where is the nearest? Эй, друг, ты просто обязан зависеть. Да, все так нормально идет. Light tank of the DLA serving China's needs. We will defend this territory. Scorpion tank. I will do this. Fighting for the red army. Так, что-то я про Хеликс-то и забыл. Ты мне сказал, я все и ушел. Не быть ее. Только ты как-то его поставил, что дозером-то не уехать, если что. Согласен, что надо было по-другому. Ну ладно, я их подавил. Скорпиончиком рабиков у него зато. Ну и чего, у него сейчас в итоге только один завод, дворца-то еще не видно. Не видно. Не может не радовать это. Но мы тут походу вин. Такой вот у меня диагноз. Дворец только заказан, 32%. И у меня прилетает Ликс, конечно, у него нет никаких квадов. А нет, есть, просто он их решил. Не сориентировался немного. Where is the battle? Make it worth my time.
Так, тройной ликс, это уже, как говорится, по-серьезки. Fighting for the Red Army. Oh, right, fighting here. For right the here. Red Army. Out where is the battle? Serving China's needs. Unit lost. No. Закрабил дядюшку ДФС, короче, потерял ликса, просто так, даже сам не знал где. Бывает такое, профессиональных крабов. Так, командник надо построить, раз нам больше нечем заняться. 12к опять. Так а я вот не могу сообразить, на что их потратить. Так а что, у тебя пропаганда-то есть? Да. Ну что, клепай оверлордов, хеликсами с ними. Точно, оверлорд, я и забыл же, что есть такая технология. Блин, Мишки, что бы я без тебя делал? Еще же и ЦМ танки есть, вообще. Главное, про ядерную пушку еще не забудь. С ней-то вообще все в шоколаде будет. Да. О, боем там все убил. Нам дали supply новый. Отлично. ГГ. Ну вот и 2-0. Замечательно. Отлично. Чатики пушку просят. Да вроде не было.
А, их 24 сейчас. Ну что, Муслимун-то? Какую карту выбирает? Предлагает нам выбрать. Давай-ка что-нибудь забористое опять возьмем. Да я бы опять Сент Серпент. И что там, какая штукенция зарешивает, на твой взгляд? Так а что, хлеборезить опять? Либо резить. Ну давай, давай, согласен. Ну я чисто ориентируюсь на те карты, где ты это денег сразу много получишь. Ну ты ведь по-любому знаешь, как контрить хлеборезку, да? Вот. Ну мы же с тобой тут и тестили. Ага. Так что приблизительно знаем. Так, Румфер хочет Espen Salt. Что-то странное там происходит, похоже. Все, я разобрался. Братюни, я нашел причину. Меня, короче, я не знаю, что меня сподвигло на это, но у меня был выключен. Как его называют-то? В общем, у меня в сцене заставки микрофон был выключен почему-то. То есть, когда каждый раз вы видели заставку, у меня не было слышно. Вот такая фигня. Поэтому... Плюсик. Дядюшки Циклопи. Он какой-то просто профессиональный. Мониторщик. Слушай, против Нюка-то мы как тебе сказать, что будем делать? Я даже что-то в растерянности. Так а ты же против меня катал, ты тогда пришел к выводу, что хлеба резить надо через БМ. Вот так вот. Ну я, прикинь, уже с вторым его заказал. Пойди, сейчас меня отменят. Я вот беспокоюсь за это сильно. Да Муслимут, наверное, в классику пойдет. А что классика? Через барак. Тоже в захват, наверное. Лучку-то взял хоть? Да. На этот раз взял. Ну мне типа Ликса же надо бояться, нет? Как считаешь? Или в теории не надо? Ну, закажи. А, да, он в захват пошел, я уже даже вижу. А, ну... Ну нет, он же может и в захват плюс филд. Может, да, согласен с тобой. И за третьим готла сделает так. Третьим готла, согласен с тобой. И там Гаттл, да, полетел. Ликс полетел, нет? Да. Гаттл полетел. А, ну он же только не готов еще. Вон, ты пока захватываешь у него, так он еще отвлечется. А чё он на островке-то там живет, поди, нет? Поехал туда. Блин, я у себя уже не могу заказать, сколько это, что за, за крафт такой? Ты дозер-то у него убей там, у тебя под носом стоит там. Да, точно. И вышку у тебя захватили. Или нет? Захватывают. В центре. В центре? Да, перехватили, по ходу дела.
Это плохо, конечно же. Unit lost. Так я уже третий раз мышку нажимаю. Хватай. Что-то мне надо с мышкой помозговать, что происходит. И Ред Гварда убили. What do you have in mind? Need a bullet barrage? We're going to ruin somebody's day. A very good plan, General. Keep the cylinders oiled. What? Need a bullet barrage? We have keep the cylinders oiled. What do you have in mind? Ready for action. We are the Red Guard. Immediately. We're going to ruin somebody's day. Punish them. Unit lost. We're going to ruin somebody's day. Дозера. Не трожь. Блин, меня дозер атакует. Что ты мне делаешь? А чё у нюка-то дропается в зоне-то в этой, которую захватить-то можно тут? БМ, БМ. БМ. Так а чё, он живёт на островке это или с одной базы два завода? На островке, по идее, я живу. Тогда пока нормально всё. Ты, главное, второй дозер не отдай. Второй дозер, хорошо. Так я даже командник на... А, нет, командник не могу заказать. Надо было усаживаться, блин. Забрал у меня Хеликс. Ну, ладно. Надо как-то его подловить на этом, что он тут красными ликсами растекает. Keep the cylinders oiled. Keep the cylinders oiled. Move those bells. Need a bullet barrage. Keep the cylinders oiled. Unit lost. Gatling pack. Ready for action. Gatling pack. Ready for action. Gun barrel spinning. Gatling pack. Ready for action. Keep the cylinders oiled. Напиху. Сейчас. Это мне привезли. Мне БМ привезли, представляешь? На Хеликсе? На самолетике. Все понял. Только сейчас, походу, дело он полетел меня это в размен. Судя по всему. Потому что. В размен он полетел, бросил свою базу. И что, дозер-то сохранишь, что ли? Если да, у меня тут уже есть гатл, поэтому. Да, и красный эликс, да, он не успеет. Тут, к сожалению, ничего сделать. Чтобы понять, где он прячется. Ликс, я тебя хочу. Ты где? Все, он сдается. Он сам сдался. Ликс где-то в горах. Скрывается. Ну вот как-то так. Угу, мы выиграли. Мне кажется, он неправильно против Хлеборезки играл. Не, ну если ты бы оленил, то он бы надбился, наверное, при таком развитии. Два завода у него там было. Или второй попозже был у него завод? Второй попозже. Да, сейчас даже глянем, наверное. Да, я пока подожду, пока Старли ответит. Так, он пошел, знаешь, что сейчас я тебе скажу.
Ну, он пошел просто так же в масс-захват с заводом, бараком, но при этом еще в чуть поздний ликс. Слушай, ну я так скажу, у него ни в чем не хуже была задумка. Единственное, что он своих редгвардов в итоге не сконтролил. Ну как не сконтролил? Он взял... А, вторую вышку в центре он перехватил, то есть косарик там не ушел в серединке. Ну короче, два косаря там в начале тоже взял. А вот поздний ликс не спас против АПМов саплая. Его БМ, в свою очередь, на Редгварде долго стоял, стрелял. Короче, я считаю, что Муслим хороший был опенинг, но вот он не сконтролил просто. Да. И Стерлей молчит. Так, еще Asus тут вроде был в готовности. Asus сейчас офлайн в скайпе, так что если только в игре ответит.